Задание номер 13 из единого государственного экзамена по математике. Смешав 43% и 89% растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 69% раствор кислоты. Сразу схематически покажем, что же у нас получилось и что мы смешивали. Вот таким образом. Итак, мы смешиваем 43% раствор кислоты. Предположим, вот это вот на первой диаграмме показано кислота 43%. То есть получается, здесь у нас пишем кислота и ее в первом растворе 43%. Остальное вода. Вода. Далее. Мы смешиваем. Значит, прибавить. Следующий раствор. 89% раствор кислоты. То есть покажем, что кислоты во втором растворе 89%. 89%. Остальное вода. Ну, значит, воды получается тогда 11. Почему же 100% всего из этих 100%, 89% кислота, остальное вода, 11% воды. Но нам процентное содержание воды пока не нужно, мы просто пишем остальное вода. Идем дальше. И прибавить 10 килограмм чистой воды. То есть мы прибавляем чистую воду. Кислоты в ней нет. То есть чистая вода. И ее 10 килограмм. В результате, после того, как мы смешаем вот эти три раствора, мы получим 69% раствор кислоты. То есть получается, в итоге у нас будет кислота, раствор кислоты 69%. То есть 69%. Остальное вода. Далее. Если бы вместо 10 килограмм воды, то есть вот воды 10 килограмм, если бы вместо вот этой воды добавили 10 килограмм 50% раствора той же кислоты, то получили другой раствор. Тоже покажем это. То есть прибавим теперь вместо воды 50% раствор той же самой кислоты. Тоже покажем на диаграмме. Вот таким образом. То есть получается, что у нас опять кислота 43%. Далее. Остальное вода. Плюс кислота 89%. Остальное вода. И вместо воды у нас 10 килограмм 50% раствора кислоты. Кислота 50%. Остальное вода. И в итоге получилось бы уже кислота 43%. Нет, получилась бы кислота 73%. То есть получается кислота 73%. Остальное вода. Далее. Сколько килограммов 43% раствора использовать для получения смеси? То есть нам необходимо узнать массу первого раствора. То есть вот эту массу первого раствора нам необходимо узнать. Обычно то, что необходимо узнать, обозначают через x. Мы так и сделаем. То есть пусть первого раствора было x килограмм. Так и подпишем x. То есть вот этого первого раствора было x килограмм. Но тогда вот во втором случае тоже первый раствор равен x килограмм. Второй раствор нам тоже неизвестен. Поэтому обозначим его через y. То есть получается плюс y килограмм второго раствора. И плюс воды было 10 килограмм. Плюс 10 килограмм воды. В результате сейчас запишем, что у нас получится. Во втором случае у нас было те же x килограмм первого раствора. Плюс y килограмм второго. И плюс 10 килограмм кислоты 50%. То есть подпишем 10 килограмм кислоты. В итоге посчитаем массу вот этого получившегося раствора. X плюс Y плюс 10. Это и есть масса вот этого нашего получившегося раствора. Подпишем X плюс Y плюс 10.
Вот это все масса получившегося раствора. Во втором случае будет такая же масса. То есть x плюс y плюс 10. Далее. А теперь нам необходимо приравнять количество кислоты в левой части каждого из этих равенств к количеству кислоты в правой части. Как найти количество кислоты в первом растворе? Это 43% от массы x килограмм. То есть надо 43% найти от числа x. Как найти 43%? Переводим 43% в десятичную дробь, это 43 сотых, и умножаем на x. Тогда у нас получается 0,43x, 0,43x плюс количество кислоты во втором. Это 0,89y. То есть это получается 0,89y. Далее. Плюс вот здесь была вода, то есть кислоты не было. Значит, больше кислоты в левой части у нас не будет. Воду мы не прибавляем. Далее, приравниваем к количеству теперь кислоты в правой части. Что у нас получается в правой части? У нас получается 69% от вот этой всей массы. Вот от этой всей массы. То есть получается 0,69 умножить на x плюс y и плюс 10. Далее, теперь составим второе уравнение. Вот из этой второй схемы. Значит, у нас здесь тоже мы складывали первый со вторым. В итоге получили вот этот вот итоговый раствор. То есть тогда у нас получается 43% также от массы x. То есть получается 0,43x. Это количество кислоты в первом растворе. Плюс количество кислоты во втором. Это 0,89y. Плюс количество кислоты в третьем растворе. Это 50% от 10 килограмм. Это получается 0,50. Это все равно, что 5 десятых. Это получается 0,5 умножить на 10 килограмм равно. И теперь находим количество кислоты в правой части. У нас тогда получается 0,73 умножить на массу итогового раствора. То есть x плюс y и плюс 10. То есть у нас получилась вот такая система из двух уравнений. Как проще всего ее решить? Ну, например, можно так сделать. Из второго вычесть первое. Вот таким образом. Либо, если кому-то не нравится с помощью вычитания решать систему, можно так сделать. Выразить вот эту сумму, например, из второго. Тогда 0,5 умножить на 10, это будет 5. 5 мы переносим вправо со знаком минус. Получается 0,73 умножить вот на это все и минус 5. Равно вот этому. И подставляем это все в первое уравнение. То есть получается вместо 0,43x плюс 0,89y подставляем 0,73x плюс y плюс 10 до минус 5. То есть из второго уравнения выражаем вот эту сумму. И подставляем эту сумму вместо этой суммы в первое уравнение. То, что у нас получилось из второго. Тогда у нас в итоге получится следующее выражение. То есть 0,73. Так, мы решили подставить в левую часть. Значит, получается так. 0,73 на x плюс y плюс 10 минус 5. Мы выразили из второго уравнения вот эту сумму. И подставляем вот сюда в левую часть первого. То есть получилось 0,73 x плюс y плюс 10 минус 5. И равно 0,69 умножить на x плюс y плюс 10. Далее. Следующее уравнение мы оставим какое-нибудь одно из них. Либо первое, либо второе. Ну, проще всего работать со вторым. Что мы сделаем? Мы сейчас все, что связано с x и с y, перенесем влево. А числа оставим в правой части. Тогда у нас получается в качестве второго уравнения следующее выражение. То есть вот 0,89y. А отсюда пойдет у нас 0,73. Или ладно, давайте, наверное, поподробнее сделаем. То есть, я решил оставить первое. Значит, сделаем так.
0,43х, переписываем левую часть пока что. 0,43х плюс 0,89y. И раскрываем скобки в правой части и переносим влево. Тогда у нас получается минус 0,69х минус 0,69y. И равно в правой части у нас остается 6,9. Потому что 0,69 умножить на 10. То есть у нас получается вот такая система. Далее переносим 0,69 умноженное на x плюс y плюс 10 влево. Выносим за скобки общий множитель x плюс y плюс 10. И получается 0,79 минус 0,73 минус 0,69. Тогда у нас получается в итоге 0,4 умножить на эту скобку. Сразу запишем. То есть получается 0,04 умножить на скобку в скобках x плюс y плюс 10 равно 5. Далее. Так, что у нас дальше получается? Так, сейчас проверим. Да, пятерку перенесли вправо. Да, все правильно. Равно 5. И второе уравнение. Во втором уравнении у нас получается, на первом месте с y запишем, 0,89y минус 0,69. Это получается 0,20, это все равно, что 0,2. Получается 0,2y минус 0,26x минус 0,26x. Почему? Потому что у нас получается минус 0,69 и 0,43. Это получается минус 0,26x. И равно 6,9 перепишем. Далее у нас получается, надо решить вот такую простую систему. Что у нас получится? Давайте умножим на 100 обе части. Умножаем обе части на, даже не на 100, наверное. Ну, пускай на 100, да? На 100, если умножить, то получается 4. Умножить на x плюс y и плюс 10. А здесь у нас получается 500. Тогда получается, тоже перепишем это все. То есть 4 умножить на x плюс y плюс 10 равно 500. Так, а что у нас получается во втором уравнении? Во втором у нас тогда уравнении получается, мы можем пока переписать второе уравнение. Единственное, что можно умножить, да, можно умножить обе части на 5. Умножаем обе части на 5. Вот во втором уравнении. Почему? Потому что если мы умножим на 5 0,2, получится 1y, то есть получается просто y. Далее минус 5 умножаем на 0,26, а получается минус 1,3x. И получается равно, так, умножаем на 5, 5,9,45, 34,5. 34,5. Далее мы делим обе части на 4, вот в этом в первом уравнении. Тогда у нас получается 125 справа, а слева четверка, вместо четверки единичка получается, сократили на 4. А тогда и переносим десятку вправо. 125 минус 10 будет 115. То есть получится, из первого уравнения мы с вами получим x плюс y плюс 10. Так и запишем. То есть x плюс y. Да, десятку переносим вправо. 125 минус 10 получается 115. X плюс y равно 115. И уже сейчас можно сразу из второго выразить y. То есть получается y будет равен 1,3x плюс 34,5. А так как нам нужно найти только, x. Почему? Потому что нас интересует количество, масса первого раствора, 43%. Значит, нас интересует x. Это значит, что когда мы подставим вместо y
вот это выражение в первое уравнение, то второе нам уже не понадобится. Нам нужно будет только x найти. Y нас не интересует. Поэтому подставляем вот этот y в первое уравнение. Тогда у нас получается 1,3x, да еще x1. Ну, поподробнее сделаем. X плюс 1,3x вместо y подставляем. Вот это все вместо y. Далее, плюс 34,5 равно 115. В итоге получается 2,6x, то есть 2,6, то есть 2,3. 1,3 плюс 1х. 2,3x. 2,3x равно 115 минус 34,5. Это у нас получается 80,5. 80,5. Откуда находим x? Тогда x у нас будет иметь вид. X равен. X будет равен 80,5. Мы должны поделить на 2,3. Это получается, что 805 мы делим на 23. 805 мы делим на 23. Так, берем по 3, умножаем 9, 6, вычитаем там 115. Значит, по 5 еще берем. То есть получается 35. И именно это число нам и нужно записать в ответ. То есть в ответ мы пишем 35 килограмм. То есть 35. Ответ. Ответ 35. Задача решена.